Всем привет! Присоединяйтесь к нашему каналу. Здесь мы обсуждаем последние новости спорта. Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев восхищается стремлением Алины Загитовой стать журналисткой, но также он очень хочет увидеть ее еще на льду. Известный комментатор биатлона положительно оценил решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию учиться на журналистку. Спортсмены очень часто хотят быть телевизионными ведущими, но при этом никто не хочет учиться этому. А всему нужно учиться. Тот факт, что Алина собралась учиться, говорит о том, что она максимально серьезно подходит к будущей жизни. Желаю ей удачи, это здорово, она будет развиваться. Также Дмитрий Губерниев добавил: «Когда приходил на телевидение, я выиграл конкурс. До этого много тренировался, учился. Могу просто восхититься стремлением Загитовой. Но прежде чем она станет ведущей программы «Время», хочу еще увидеть ее на льду. Она хорошая спортсменка и еще не до конца реализовалась в спорте». Напомним, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на факультет журналистики. Она рассказала, что мечтает вести спортивные программы на телевидении. Алина Загитова призналась, что ее мотивирует Екатерина Андреева, ведущая Первого канала. Алина подписана на ее Инстаграм и очень любит смотреть, как работает телеведущая.